Американец Майкл Фелпс завоевал 21-ю золотую олимпийскую медаль. Таким образом, он побил на играх в Рио-де-Жанейро свой собственный рекорд, установленный несколькими часами раньше. На этот раз он праздновал успех после эстафеты 4 по 200 метров кролем. Российская команда на этой дистанции показала 5-й результат. Ранее в 4-й соревновательный день Олимпиады Майкл Фелпс по прозвищу «Летающая пуля» стал лучшим на дистанции 200 метров баттерфляем. Американец также завоевал на играх в Рио золото в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.